Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Владельцы ФЗС поверг в шок новый ГОСТ, вступивший в силу 1 октября, который обязывает их устанавливать на каждую бензоколонку программное обеспечение для недопущения несанкционированного доступа. Основная цель нововведения – положить конец недоливу топлива. Многие несетевые заправки поспешили заявить, что это приведет к их закрытию. Однако, как пояснили власти, ГОСТ будет распространяться только на новые АЗС, введенные в эксплуатацию после указанной даты. Трасса 101. Начались продажи обновленного Kia Rio. Седан стоит минимум 815 тысяч рублей, на 5 тысяч дороже предыдущей версии. Что изменилось в машине? Немного. Бамперы, решетка радиатора, передняя оптика. Моторы прежние, бензиновые, объемом 1,4 либо 1,6 литра, мощностью 100 или 123 лошадиные силы соответственно. Трансмиссия, механика либо автомат. Трасса 101. А «Шкода» начала принимать заказы на самую дешевую версию кроссовера «Karoq» за 1 миллион 360 тысяч рублей. Автомобиль оснащен 110-сильным бензиновым мотором объемом 1,6 и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Для сравнения, следующая версия с турбированным 150-сильным мотором обойдется минимум в 1 миллион 453 тысячи. В базовую комплектацию входят, в частности, 4 подушки безопасности, функция помощи при старте на подъеме, кондиционер, аудиосистема с 8 громкоговорителями. Трасса 101. На Минском автомобильном заводе сделали первый в истории Белоруссии электрический грузовик. Машина массой 12,5 тонны и грузоподъемностью почти до 6 тонн оснащена асинхронным электромотором мощностью всего лишь 95 лошадиных сил. Не слабовато ли? Запас хода 100 километров. Но, уверяют разработчики, этого хватит для того, чтобы проехать всю республиканскую столицу вдоль и поперек. Трасса 101. В октябре на «АвтоВАЗе» начнется производство модернизированных универсалов и фургонов «Лада Ларгус». У автомобиля изменится передняя часть. Она будет сделана в фирменном X-стиле, а также фары и капот. Внутри, в частности, появится панель от Renault Duster, другое рулевое колесо и подлокотники. Моторы бензиновые на 87 либо 106 лошадиных сил. Добавлю, цены на «Ларгус» сейчас начинаются от 646 тысяч рублей без учета.